주님을 찬미가 더 생시고요. 바이 코스 마셔시 그랑그랑 as we perform our varsana parikrama. Now we come to the entrance here into Gavardhan. По беспричинной милости Шиши Гуру Гуранги, по мере того, как мы совершаем нашу варшану парикраму, сейчас мы прибыли сюда, в это, вход в это место Гавардхан. Гавар means Gambir. Гавар означает Гамбир, очень... Very confidential. Очень сокровенный. The pastimes of Radha and Krishna, outwardly they may seem simple, but it is full of profound mysteries. Лила, Радха и Кришна с виду они могут показаться очень простыми, но они исполнены глубочайшей тайны. Они очень-очень наполнены, очень глубокие. So as we enter into Gavardhan, then we pray, O Radhika, O Krishna Chandra, O Gurudev, please be merciful to me, that I may enter into the Gambhir, the deep, deep mysteries of praying. И по мере того, как мы будем входить в этот Гавардхан, в этот лес, в этот лесок, то мы молимся Гуру Деву, Шиши Радхе Кришне, пожалуйста, помогите мне, чтобы все эти тайны, сокровенные премы вошли в мое сердце, открылись мне. Когда Радика была маленькой девочкой, то она обычно играла здесь со своими подружками. Они делали из песка различные дворцы. А Шри Кришна приходил и все разламывал. So in this way, even from a small age, sometimes Radhika would become angry with Krishna. Поэтому даже с самых малых лет Радика временами сердилась на Кришну. And that in childhood, Radhika has a samanya sneha, affection, but of a general type. В детстве у Радики у нее самания снега по отношению к Кришне. Это означает, что она испытывает любовь, но это такая обычная детская любовь. And then as she begins to grow and become more beautiful and more womanly. Then the Sringarasa, Bhav, Hav, Hela, Shobha, Dipti, Kanti, all the Bhav Alankars, ecstatic emotional ornaments of love for Krishna in Madhuras begin to manifest in the heart and the body of Radhika. Но по мере того, как Радика она стала переходить из этого периода детства в период юношества, когда она стала взрослеть, то она стала испытывать все различные Бхав Аланкары, испытывать различные... So on the there's a painting in the temple on the top of the hill here. Здесь внутри храма находится удивительная картина. Of Krishna and Radhika dancing in a costume like peacocks. На ней Радика и Кришна изображены танцующими, но одетыми в одежду павлинов. Because once Radhika was upset with Krishna. Потому что однажды Радика обиделась на Кришну. Because Krishna wanted to speak to her. Потому что Кришна хотел поговорить с ней. And say, "O Chandranani," that means, "O you whose face is beautiful like the moon." И назвал ее "О Чандранани." Он сказал: "О прекрасная девушка." С лицом, напоминающим луну. But when Radhika heard this word, Chandranani, whose face is like the moon, she said, "The moon has spots. Are you saying I have a spotty face?" Но когда Радика услышала, что Кришна назвал ее луноликой, Чандранани, то она сказала: "Ты что, намекаешь, что мне пятна что ли на лице какие-то?" And the moon, it starts off very thin, but slowly gets fatter. Are you saying my face is becoming fatter? И луна, она из месяца превращается в полную луну. И Радика сказала: "Ты что, намекаешь, что мне лицо, что ли, разрастается?" And the moon only comes out at night. Are you saying I only come out light at night like a pisachi? Like a witch? И луна выходит только ночью. Ты что хочешь сказать, что я показываюсь только ночью, как пишачи, как ведьма, что ли? Anyway, Chandranani sounds like something else. Так или иначе, Чандранани звучит как кое-кто другой. That gopi whose name will not be mentioned. Это та гопи, имя которой мы не будем упоминать. Who is that? Чандра, вали. Видео. Don't mention that name. Не надо упоминать это имя. So Radharani became very upset and she left Krishna. Радика очень сильно обиделась и оставила Кришну. So she, Radhika was sitting and feeling separation. Радика сидела и испытывала чувство разлуки. And some peacocks came and peacocks were dancing and she was watching them. И на это место пришли павлины, они начали свой танец, Радика за ним наблюдала. So then Krishna, he disguised himself as a peacock and he joined them. Кришна это заметил и тоже переоделся в павлине, пришел и присоединился к павлинам. And when Radhika saw this,
Then she began to smile, and her manner was broken. Когда Радика это увидела, ее это очень рассмешило, и манер ее нарушился, потому что она разулыбалась, оставила. So then she also joined in, and Radha and Krishna danced together, doing a peacock dance. Тогда она тоже присоединилась к этому танцу, и вот они оба, похожие на павлинов, совершали майор-нритья. This is very famous in Braj Mandal. If you go to some dance performance, you'll see many Brajvasis reenact this pastime. Эта история, она очень известна в Брадже Мандале. Если вы отправитесь на какие-то Брадже-Баси представления, то там часто они эту лилу ставят. So in the Nimbarka Sampradaya, in the line of Swami Haridas, Nimbarka Sampradaya, в линии Swami Haridasa, there was one old Vaishnava who was blind. Был один пожилой Вайшнав, который был слепым. But he had the darshan of this beautiful pastime. Но он получил даршан, он увидел в своем трансе эту замечательную лилу. And though he was blind, but he painted the picture of it. И, будучи слепым, он нарисовал эту картину. And that is worshipped as a deity in this, on the top of the Morkuti. И ей как божество поклоняются здесь, на вершине этой горы, в Маркутире. So, on another day we'll go. Другой день мы туда отправимся. So, we are praying from here. Отсюда мы молимся. Actually, the Vaishnava who made this painting is not blind. На самом деле, Вайшнав, который нарисовал эту картину, because he can see the pastimes of Radha and Krishna. Не был слепым, потому что он видел самое главное, лилы Радхи и Кришны. We have eyes and we think I can see, but actually we are blind if we cannot see the beautiful pastimes of Radha Krishna, which are taking place, nitya lila, eternally, all over Braj Mandal. И хотя у нас есть глаза, но мы являемся незрячими, потому что мы не можем созерцать эти нити лилы, эти удивительные игры Радхи и Кришны, которые они совершают по всей Мраджа Мандале. So we'll give our pranam to Morkuti. Morkuti ki! Yeah! Yeah! Yeah!